кажется, эмоции у всех сегодня самые позитивные. Это событие традиционно никого ни к чему не обязывает. Ребята собрались просто повеселиться, поиграть в баскетбол, показать свое мастерство, пообщаться друг с другом, окунуться в эту прекрасную атмосферу. Поэтому праздник удался. Каждый год мы стараемся менять регламент, чтобы было интересно, добавлять так называемые развлекательные ивенты, которые делают интересным матч для публики. Все больше роль девушек растет. Если вспомните, первый раз они сыграли всего одну четверть и больше не появлялись на площадке. То есть мы развиваемся, это такой жанр, где можно экспериментировать. И эксперимент всегда очень благодарная вещь, и люди с удовольствием отвлекаются.